Так, друзья, всем привет. Сегодня у меня торжественный подарок на 23 февраля, несмотря на то, что сегодня только 22. Это вот массаж у тёщеньки. Когтями какими-то. С ума сойти. Что это такое? Вы где это взяли? Вы где это взяли вообще? Короче, я... Это типа наручники для Татьяны Владимировны, чтобы в прямых эфирах не сидела, а была делом занята. Зато теперь я сижу. Массаж, конечно, бомба просто. А почему на второй когте нету-то, я не понимаю? А здесь поглаживать, а здесь растирать. А где вы это взяли? Здесь поглаживать. А где вы это взяли? Это фирма такая делает, фирма, видишь, фирменная, все новое. Блин. Это садовые перчатки, что у меня? А я реально должен для массажа. Это садовые перчатки, вы что, прикалываете, что ли, огород не копать надо? Вы понимаете? А я реально поверил, что это как бы для массажа. Ну, так это массаж. Понимаешь, мы же с того времени революционного, мы все используем. Марин! Марина! Иди сюда! Иди сюда! Да иди сюда! И пахну, кстати, огородом. У тебя запахло. До этого не пахло, сейчас запахло. Да ничего, не пахло. Ты не знал. Навоз. Смотри. Смотри, как хорошо. Смотри, ну, как... теперь уже не так приятно, когда я знаю, что они для огорода. Ну, нет, я думал, специально... Зря так говоришь. Смотри, как... Смотри. Говори, как... Ты же зря так говоришь. Что картошку молите, нет? Смотри, как... Ага. Смотри, как все, мышцы, смотри, как у тебя сразу. Жесть, смотри, красота. Смотри, красота. Не массаж, а песня. 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 А. Мариш! 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 Да иди сюда! А? Тут подставу слепили. Это перчатки не для массажа. Для массажа. Мариша, не для огорода. Для огорода, смотри, как хорошо, Ром. Смотри, ты только зря говоришь, смотри. Ага. Ушки вот так надо растирать. У вас там есть? Не, ну смотрите, если это подарок на 23 февраля, массаж перчатками для навоза, то какой мне подарок сделать на 8 марта? Это тебе отмес, когда ты мне в унитазе цветы на доме 2 подарил, когда я скакал на унитазе. Помнишь, ты мне такой подарок? А там можно было импровизировать. Я наоборот хорошо симпровизировал. Там можно было хуже. Можно. Так. Угу. Сейчас прическу сделаем. Перчатками для навоза. Вот это у меня будет, смотри. О, кстати, вот так вообще хорошо. Мариш, подстава. Это перчатки для навоза. Нет. Это не для массажа. Ты знала? Нет. Кстати, вот так клянусь, приятно. Вот прям очень хорошо. Приятно, конечно. Тёща эксплуатирует, смотри. Ты придёшь на дом 2, а что прыщ-то, перчатки снимай, Ро. Для навоза. Вот так выковыриваете, через что попало в нос. Так зубы можно выковыривать. Выковыривай. Уши. Нет, Ром, говорит приятно, а уши вот так, смотри. Тут один хороший вопрос задали, Марин. Что происходит? Массаж омолаживающий. Вот тут пряник, а тут здесь кнут. Здесь поглаживать, здесь такие, а здесь с когтями. А нормально, что после этого массажа на все лицо красное? Нет, подожди. Так у нас крем специальный, вот. Все. Смотри, вот там вообще хорошо. Смотри, как запах. Так, прогладь. Дальше. Он щекоток боится. Да где щекотите, Татьяна Владимировна? Вот самое главное. Сейчас вообще гра. Вот соли нужно дробануть чуть-чуть. Я, Саша, говорю, вообще сказка здесь. Соли. Ага. Смотри на мамино лицо. Мам, лицо покажи свое. Смотри на... Ты видел мамино лицо?
Мам, покажи. Нет, ты черт, язык свой. Машина прикольная, я тебе говорю. Нет, пошли чем-то хорошим. Можно я поговорить? Знаешь, так, ладненько. Все, всем массаж показал, покеда. Тихо. Ладно, нормально. Знаешь, как еще позавидую, скажет, теща какая, молодец, на 23. Теща вообще молодец, на 23 февраля подарок сделал, с ума сойти просто. Вот видишь, тут кофе предлагают подарок мужчинам, а тут массаж перчатками для огорода. Для огорода. Нет, все. Что все? А твой подарок? Массаж окончен. Твой подарок. А завтра праздник. Мариш, одевай. Завтра праздник. Давай, давай. Родная, одевай. Давай, одевай, Марина. Мам, давай, зачеши его до смерти. Перчатки для огорода. Смотри, огород. Для огорода. Марин, ну давай прямой эфир стать, они вообще обзвонили. О, вы сейчас, вы стучите через пластик. А как ты? Все, короче, эксплуатация, все. Мне кажется, хватит. Ладно, ребзя. Все, всем хорошего дня. Обняли, приподняли. Татьяна Владимировна, скажите. Обняли, приподняли? Обняли, приподняли. Все, грамотно. Все, ребзя. Все, до скорых встреч. До скорой связи. Покеда.